Добрый вечер, уважаемый Ильхам Гердарович. Добрый вечер, Владимир Владимирович. Мы сегодня с вами подписываем трехстороннее заявление президента Республики Азербайджан, премьер-министра Республики Армения и президента Российской Федерации. Я очень рассчитываю на то, что это решение, изложенное в нашем совместном заявлении, положит не только конец многолетнему противостоянию между Арменией и Азербайджаном, не только положит конец кровопролитию на этой земле, но и создаст надежные механизмы контроля за теми договоренностями, которые мы зафиксировали сегодня в нашем заявлении. Но самое главное, создаст благоприятные условия для долгосрочной, на историческую перспективу обстановки для развития отношений в регионе, прежде всего дружеских отношений между Азербайджанской республикой и Арменией в интересах как азербайджанского, так и армянского народа. Благодарю вас. Спасибо, уважаемый Владимир Владимирович. Со своей стороны хотел бы сказать, что я очень рад, что сегодня ставится точка в деле урегулирования многолетнего конфликта между Арменией и Азербайджаном, ставится конец оккупации азербайджанских земель и путем согласования важных позиций, которые заняло не один час и, в общем-то, не один день, мы вышли на то урегулирование, которое, я считаю, отвечает интересам народов и Азербайджана, и Армении, и стран региона. Должен сказать, что военно-политическое урегулирование конфликта, который мы сейчас видим, уверен, что приведет к долгосрочному миру, к согласию в нашем регионе, положит конец противостоянию и кровопролитию. Нагорно-Карабахский армяно-азербайджанский конфликт – один из самых длительных конфликтов в нашем регионе, на пространстве Евразии. И то, что он сегодня подходит к своему концу, является историческим событием. Историческим событием, в первую очередь, для народа Азербайджана, который освобождается от многолетней оккупации. Также это торжество норм и принципов международного права, имплементация резолюций Совета Безопасности ООН, которые оставались, к сожалению, на бумаге долгое время. Я хотел бы выразить вам, Владимир Владимирович, благодарность за активное участие в деле урегулирования и в предыдущие годы, и особенно в период горячей фазы конфликта. И то, что сегодня три руководителя стран подписывают этот документ, говорит об особой роли Российской Федерации в урегулировании этого конфликта и уверен, что роль Российской Федерации в дальнейшей деятельности в регионе, в том числе для преодоления последствий конфликта и нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, будет также весомой. Хотел бы также выразить благодарность сегодня президенту Турецкой Республики, господину Раджеп Тайип Эрдогану, за его активное участие в деле политического урегулирования конфликта. И одним из пунктов сегодняшнего заявления является совместная миротворческая миссия России и Турции. Тем самым мы создаем новый совершенно формат взаимодействия в регионе не только в рамках урегулирования конфликта, но и будущего развития. Потому что одним из пунктов является также разблокирование всех транспортных коммуникаций, что пойдет на пользу всем странам региона. Поэтому сегодня с чувством радости, с чувством гордости я подписываю этот документ и хотел бы поздравить весь азербайджанский народ с этим историческим событием. Спасибо. Я думаю, что, как и сказал, это действительно пойдет на пользу и во благо интересов как армянского, так и азербайджанского народа.
Россия со своей стороны сделает все для того, чтобы все достигнутые в ходе переговоров между тремя сторонами позиции, заявления, которые мы подписываем сегодня, чтобы все они исполнялись. Благодарю вас. Спасибо, Владимир Владимирович. Перейдем к подписанию. Да. Благодарю вас, Михаил Геннадьевич. Спасибо большое, Владимир Владимирович. Желаю всего самого доброго всем людям, всем народам, которые проживают на этих территориях. Хочу выразить надежду на то, что мы с вами сделали доброе дело и создали хорошие базовые условия для поступательного развития отношений между всеми странами этого региона, во благо людей, которые проживают на этих территориях, во благо азербайджанского и армянского народа. Благодарю вас. Спасибо еще раз, Владимир Владимирович, благодарю вас за ваше личное участие и уверен, что то, что сегодня произошло, останется очень важным историческим днем в истории народов России, Азербайджана и Армении. Спасибо еще раз. Спасибо. Всего доброго.